Sony Ericsson Xperia Mini. Разбор. Xperia Mini – самый миниатюрный в мире Android-смартфон. Но несмотря на небольшие габариты, в аппарат поместилось все, что нужно. Wi-Fi, GPS, автофокусная 5-мегапиксельная камера и много чего еще. Начинаем разбор. Извлекаем аккумулятор и выкручиваем 5 винтов по периметру устройства. Металлической лопаткой поддеваем заднюю панель и снимаем ее. Далее выкручиваем два шурупа из системной платы. Затем отщелкиваем разъем дисплея и аккуратно переворачиваем плату. Отсоединяем шлейф. С помощью отвертки снимаем металлические защитные экраны. Переворачиваем плату, снимаем еще один маленький защитный экран и камеру. На системной плате находятся контакты АКБ, SIM-приемник, приемник флеш-карты, вибромотор, системный разъем. На обратной стороне платы находится процессор, флеш-память процессора, разъем камеры, радиоблок, блок питания с контроллером, Bluetooth и Wi-Fi модуль, разъем сенсора, микрофон, кнопка камеры, центральная кнопка Home. Металлической лопаткой поддеваем слуховой динамик и снимаем его. Затем поднимаем шлейфы и отделяем рамку с дисплеем. Аппарат разобран.